Начинаем жизнь с чистого листа. У Байкальской гавани появился новый резидент. Это компания «Солнечный берег». Она представила проект строительства крупного гостиничного комплекса на участке Пески. Планируемая сумма инвестиций по проекту составит 500 000 000 рублей. Срок реализации – конец 2020-го, начало 2021 года. Члены экспертного совета и глава Бурятии Алексей Цыденов поддержали этот проект.